Вот уже 10 лет ульяновский художник и преподаватель Людмила Слесарская каждое лето собирает дружную компанию профессиональных и юных художников из разных городов России на школу пленэр. Итогом работы 10-й всероссийской творческой передвижной школы пленэра «Киселевские зори», сохраняя культурное наследие, стала выставка «Творчество. Связующая нить». Она открылась в музее Аркадия Александровича Пластова. В экспозицию вошли почти 50 произведений разных жанров живописи и графики. Была вот такая вот идея передвижного пленэра. Ведь у нас каждый пленэр каждый год проходит в новом месте. И чтобы это было вот именно сохранение наследия Ульяновской области, потому что каждый пленэр посвящен новому имени. Имени художника, который прославил так или иначе нашу Ульяновскую область, который родился в Ульяновской области. В школе-пленэре обязательно участвуют именитые художники. Так, выдающийся художник Федор Помелов посетил ее уже 4 раза. Его мастер-классы особенно ценят киселевцы. А в этом году на пленэр приезжал московский художник, преподаватель православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктория Самсонова. Постоянным экспертом «Киселевских зорь» является заслуженный художник России Станислав Слесарский. Также в школе-пленэре активно участвуют преподаватели и учащиеся ульяновских детских школ искусств, таких как губернаторская школа искусств для одаренных детей, областная художественная, 2-я, 8-я, 6-я школа искусств. На пленэре «Киселевские зори» я находилась с самых первых дней. То есть все 10 лет я посещаю эти мероприятия. Я по себе чувствую, что расту как художник. Ну и дети, конечно же, которых я беру с собой в эту поездку замечательную, конечно же, тоже растут от рисунка к рисунку. Участники пленэра не только окунаются в природу места, где родился, жил художник или меценат, но и изучают его жизнь и творчество. А потом открывают всем незаслуженно забытые имена тех, кто созидал в прошлых столетиях в нашем крае. Отправной точкой, конечно, была Преслониха, где жил и родился народный художник Аркадий Пластов. Юбилейная школа пленэр была посвящена потомкам симбирского фабриканта-мецената Николая Шатрова. Деревянные старинные дома Измайлово-Барышского района, где когда-то жила семья Шатровых, заросшие пруды, туманные зори и вечерние закаты – это все можно увидеть на работах участников. Ирина Антонова, Герман Баранов, Улправда ТВ.